Всем привет, продолжаем играть ТЛД, мы с вами готовимся к битве. Да, Муркизенгар, вся херня. Да, у них бегут воины почему-то. Я проигрываю, они бегут нормально, да? Давайте в атаку. Когда я случайно нажму на что-то, и оно читает. Ладно, после этой драки придется, наверное, перейти. И после этой, наверное, следующей. Тут еще одну две придется драки сделать. У меня один раненый, у них 82, 70 на 70, приготовиться к бою.
магазин смотреть, что делать с этим совсем. Ну просто Изенгард сейчас на самом деле достаточно силен. Сильнее Изенгарда только Мордор, и это печально. Фигня. Добить остатки и все. Неплохо. В принципе, очень даже неплохо. Мы таким образом избавились от армии дуланцев и от войска Изенгарда одного. Или это были налетчики Изенгарда, я не знаю. Не уверен. Нет, смотрите, все. Странно. А, там же были... Там были сбежавшие ребятки, и я и забыл про них. Так, давайте-ка мы еще раз сохранимся после вот этой вот более-менее удачной драки. И продолжим немножко позже, после того, как я перезагружу игру. Так, перезагрузили мы игру, все нормально. Так, я уланцев в эту сторону, потому что хотел найти кого-нибудь из... Изенгардских полководцев именно. О, да. Вот этих мразей, только не 200 человек, а вот 150 можно было бы. Люди, вы меня уможете. Вот 150 я бы пытался разбить, честно. Но 200 это слишком много, блин. Сохраниться. Держава Рун стала слабее, кстати. А давайте отчеты посмотрим. Рун. 2900. Ослаблены, кстати. Очень хорошо. А Гундабад 1500. Слаба. Я бы очень хотел кого-нибудь из этих придурков убить. Вообще адекватный. 10 человек, блин, на меня напали. Нормально. Что в наше время с этими троллями-орками не так?
Все ведь убили, один еще бегает. Но он сам на меня напал, я его ничего не ждал, не пытался его убить. Просто ни с того ни с сего. Попытался меня убить и стол сам. Все нормально, все адекватно. Но на что он надеялся? Так, у нас, кстати, готов к повышению, ребята, а я и забыл про это. Да. 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 У нас уже есть немножко рыцарей, это очень хорошо. Скоро будет еще парочка Брэго. Брэго это тоже, кстати, неплохо очень. И по заданиям мне надо было 16 освободить. Я освободил только троих, потому что у меня просто не хватает народу. Точнее так, у меня слишком много народу. Блин, и тут то же самое, опять же. То есть я с удовольствием бы разбил отдельно каждый, но всех вместе у меня не хватает сил. Кисгарда. Гонг, людоед и мог семипалый. То есть по отдельности еще были бы варианты, а вместе нет. Вместе это перебор. Ну, либо мне тогда помощь понадобилась бы. 362 это слишком. 300 воинов. Мордор стала слабее, теперь она непобедима. Обожаю вот эти вот надписи. Стала слабее, теперь она непобедима. Так, я дома. Посмотрим, что у нас тут. 30-40, кстати, неплохое. Но он двуручно-одноручный, то есть двуручный еще ладно, одноручным он будет очень тяжело махать. Вот это мы продадим тут. Вот это вот сюда, сюда, сюда. Вот это сюда. Рыбу, сушеное мясо забираем. А казармы я посещать пока не буду. Я могу посетить вот этих ребят и спросить по поводу заданий. Отряд разведчиков. Нахрен. Бесполезное задание. Я хочу, чтобы ты поехал в личный лагерь Урхая, смотри. Окей. А этот дал мне задание на... Не. А, 5 отрядов изенгардский обоз. То есть они на Изенгард нацелились уже полностью, да? Ну, там Хорнбург осаждает Максимипалы, то есть есть... А, так, мне надо речной лагерь. Изенгардский обоз. 5 отрядов изенгардского обоза уничтожить. Да, да, да. Игла 3, серьезно? Я ж только что там... Надо срочно в Игла 3 свернуться, сдать хотя бы что-нибудь. Что у меня практически все воины, это будут риски, если они начнут сейчас забирать своих, это будет полный враг. Снабжения у меня в полуармии уйдет.
королевский страж, 11 человек, кто... Не, нафиг. Так, это куда я бежал? Туда, да? И по поводу задания? Да. А у меня сейчас есть вещи какие-то, которые... Нет. Лутрин. Лутрис. Я не понимаю, почему у меня 2000 сейчас есть в Лудрисе. Что за херня? Допустим, давайте 59 накинем. У меня просто нечего сейчас в Лудрис продать. Им Лудрис 2500 дали, ну... Вы издеваетесь, что ли? 39 очков. Твою мать. Ладрис жрет просто не в себя. Так, мне надо, знаете что? Мне нужна... Дрядик. Которая занимается вот этими доставками. Кладка людоед? Нет? Нет. Не получится. Так. Семипал и где-то тут получил по рогам. Это все прекрасно и хорошо, но... Мне, твою мать, нужны отряды доставки эти. Изенгардской доставки. Буду снабжение, вот. Гарские боссы. Вот эти ребята мне нужны. Я не шутил. Так вот, давайте. Блин, быстрее. Мне нужны эти ребята, чтобы их перебить. А потом я отправлюсь в Лудрис. Но все, что у них заберу, и получу очки снижения. Мне надо больше очков снижения. Слишком много уже ребят из одной фракции, они заживут слишком много очков снабжения. Бит у меня одного. Ну ладно, печально, но ладно. Забираем. Давайте еще вот это. Этот металл тоже заберем. Так, во-первых, мы валим сюда. Тысяча тут есть, да? Тут 700. Того немножко мы насобирали. А, да, у меня же еще пленный есть. Чего я с ним таскаюсь постоянно? Готово. Прощайте. Продолжить. Теперь валим. Да, не забываем.
забываем сохраняться. Хотя давайте мы, наверное, продолжим нашу охоту уже в следующий раз. В следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.